успешно работает 9 учреждений дополнительного образования, в том числе 3 детско-юношеские спортивные школы. Посещают наши учреждения 8500 ребят. Я должна отметить, что работает наше учреждение в разных направлениях. Это и художественно-эстетическое направление, это спортивное, туристическое направление, это работа на микрорайонах. С каждым годом наше учреждение дополнительного образования развивается. Наши замечательные педагоги предлагают нашим ребятам заниматься в разных видах деятельности, с разным материалом. И вот сегодня я должна отметить замечательные работы, представленные в декоративно-прикладном направлении. Ну и, конечно же, практически все наши учреждения дополнительного образования в этом году включили такое направление, как спортивное. И при поддержке главы нашего города Ивана Сергеевича Приходько, при поддержке президента Федерации самбо Армена Нагопедовича Саркисяна, наши ребята получили техническую возможность заниматься такими видами спорта, как бокс, боевое самбо, карате, дзюдо. И результатом этой работы служат многочисленные медали и победы на разных высокого уровня соревнований. Вы задавали себе когда-нибудь вопрос, для чего звезды горят? А чем они мечтают, глядя на Луну? Нет, вы не знаете главного. Вы не знаете правды о звездах. Спросите, кто эти звездочки? Повсюду о них говорят. Это наши девочки, мальчики. Они здесь, совсем рядом сидят. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на 5-м юбилейном городском фестивале детского творчества «Зажги свою звезду». Одним словом, учреждения дополнительного образования выполняют свою задачу. Они находят в каждом ребенке вот ту маленькую звезду, которую они зажигают и которая превращается в талант. Творческие способности ребенка. И сегодня у нас прекрасная возможность посмотреть на выставки работы наших ребят. И на сцене ребята с удовольствием продемонстрируют свои таланты. Ну, а педагогам и родителям желаю, чтобы они видели в своем ребенке самое лучшее и помогали ему развиваться. Thank you.
Down to Memphis.